Всем хоба, с вами Вова, и сегодня я вам покажу и расскажу, как сделать скин гостя 666. И сначала заходим в Roblox Editor в плейсе в режиме Roblox Enhanced School. Потом заходим в Avatar Edition. Ссылку на этот плейс я оставлю в описании. Снимаем с себя шляпы. Волосы. Это в моем случае. Потом ожерелье. Потом перчатку Таноса. Потом рюкзак Jurassic World. Рюкзак по миру юрского периода. И теперь заходим в лица. Так, забыл снять лицо. Снимаем лицо. И пишем в строке красный. И надеваем красные глаза. Теперь заходим в раскраски и выбираем черный цвет. Да, кстати, перед этим вам надо будет в Роблоксе купить майку гостя 666 надписью Roblox и любые черные штаны. Ну, еще можно анимацию своему персонажу выбрать, но это не обязательно. Далее все это дело сохраняем в Custom Outfits. И нажимаем на желтую кнопку Save. Да, еще можно никнейм. Ой, не сюда, не сюда, не сюда. Вот никнейм. Выбираем гость 666. Submit. И вот гость 666. Туториал проверены. Инфосотка. И вот у нас есть гость 666. И он выглядит в точь-в-точь, как в той Roblox анимации. Ну окей, на этом все. С вами был Вова. Я сегодня рассказал и показал, как сделать скин гостя 666. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч!